не хватает длины и денег. Хорошо. Денег на эту куртку не хватает. Очень хорошо, да? Вера, ты где? Тихо, я спрятала, завтра новая коллекция. Ну вот это я понимаю, вот это шик, Наташа. Вот так мы можем с тобой возвращаться в прачечную работать. Какая культурная покупательница. Не то, что некоторые, вау. Это тоже мне только на одну ногу, Наташенька. Посижу. В ногах правды нет, говорят. Что, я шапку беру. Давай, очень классно. Нет. Хорошо. Да, супер вообще. Классно. Да? Угу. Мне очень нравится. Классный спонсор у тебя, Вер, молодец. Друзья, всем привет. 31 января. Мы с вами опять вышли в Киломакс. Сегодня просто шикарный день. Сегодня все, что осталось, продают по 11 евро за килограмм. Сегодня бегу в надежде купить то бархатное платье. В общем, сегодня спонсор моего канала прислал мне донат на то, чтобы я купила себе то зеленое бархатное платье. Так что спасибо большое. Я побежала. Ребят, я в шоке. Здесь столько машин и столько людей. Сейчас все разгребают. Просто все. Надеюсь, мое платье осталось. Так, мое платье меня дождалось. Я буду, наверное, его брать, потому что спонсор просто сказал, бери и не думай. Сегодня в этом видео я выставлю немножко свою подругу Наташу. Она любезно согласилась, ну, разрешила ее снимать, да. Поэтому не дай бог, кто обидит. Вот, мне вы можете писать, я уже привыкла. Я не знаю, как отреагирует подруга, поэтому, пожалуйста, сильно там не это самое, да, не шалите. Покажи. О, я же говорила обманывать. 36-й? Да. Ну вот, а у тебя 38. 37-й, Вера, это. Ну вот видишь, я же говорила, что обманывают. Брешу. Нормально. Смотрите, брешу. Подруга пошла, смотрите, куртки смерим. Так, Наташа сейчас примерила новую коллекцию. Посмотрите, очень модные линии по бокам. Значит, размер М от Vera Moda. Да? Красиво, да? Что-то не то, да? Здесь нужны другие сапоги, сумка и, возможно, немножко шарфик какой-то. Я думаю, может быть, еще повыше женщину. Найдем. Так, полушубок. Или куртка. Смотрите, Наташа нашла себе такую юбочку. Красивую. Блин, ты мне в кадр не влазишь. Вот мы с Наташей вообще-то были очень долгое время в одном весе. У нас один рост, один размер ноги. В общем, все одинаковое. Ну, это, конечно, хорошо, но каждая вещь, я думаю, отдельно. И куртка вообще не как-то... Тебе белая шубка подходит, но не такая. У твоей подруги эксклюзивную модель, чтобы мы с ней были похожи. Еще больше. Ну, вот это я понимаю, вот это шик, Наташа. Вот так мы можем с тобой возвращаться в прачечную работать. И тепло, и хорошо. Как тебе? Брешет? Посмотри, Вера брешет сейчас. Ну, красотка. Я не смогла вот это примерить, поэтому попрошу Наташу, как она выглядит. Может, мне такая тоже потом нужна будет когда-нибудь. Ну, расскажите, как ощущения. А, ничего не будет слышно, Наташа. Такая легкая и такая скучная. Ты хотела сказать шикарная, да? Ну как это? Куда я пойду? Ну, на подиум со мной. Вот, предложила подруге боди. К сожалению, мне не подходит, но такой интересный. А я себе присмотрела шарфик. Надо уже поменять. Шарфик стоит 2.13.
Вот еще розовый шарфик нашла. Тоже надо брать. Эксклюзив. Вот это тоже, смотрите, остался, еще пока не забрали. У Наташи начался серьезнейший стресс. Она не может найти себе шарфик к этой куртке. Или куртка, это пальто, да? Никак не найти. Ой, я здесь в кадре. А говорят, что у меня вкуса нет, да? Просто. В этом только так называют, да? Хочется. Ну, посмотри, какие детали. Смотри, какие пуговички интересные. Рукав длинный. Очень. Угу. Хорошо. Капюшон. Очень хорошо капюшон. Тебе тоже надо? Да. Батюшка. У тебя нет, Захар. Только у Веры есть капюшон. Угу. Понятно, скажи. Ее надо так как отдельно. Знаешь, ее можно со спортивным костюмом. Угу. И с другой юбкой точно не так, да? Угу. Так? Угу. Даже очень. Тут у нас смотри, баечка. Ух ты! Можно немножко отрегулировать. Талию? Кармашки. Важные просто кармашки. Как раз то, что мне надо. Угу. Как, это хорошо? Более-менее. Просто уже пятый день, как я после шести не ем. Посмотри. Просто худышка уже стала. Говорят мне, что надо вот такие оверсайзы. Может, трошки поменьше надо, Вер. Ну, цвет шикарный. Извините. Кого-то тут я уже сбила с ног. Ой, как красиво. Как тебе это? Очень хорошо, Вер. Мне так нравится. Тут, смотри, так много. Ой-ой-ой. И тут много. И тут много. Вау. Прячем, да? Не знаю, блин. Вот здесь цвет классный. Вот была бы она такая, с той стороны. Да, давай вывернем. На изнанку вернем. Думаешь? А что? Здесь дверочку будет вешать. А, да, точно. Видишь, я за собой все стараюсь застегивать. Какая культурная покупательница. Не то, что некоторые. Вау. Просто уже. Профессионал и ас. Так, что мы здесь мерили? Иди посмотри. Давай. Это мы мерили пальто. Да? Это мы не будем мерить, это мы примерили. Вот это пальто, которое мне показали. Да, да, да. Будет все прилипать. Ага, ага. Понятно. Ну и вот это хочу примерить. Давай. Супер модное. Давай. Я засниму весь этот процесс, как происходит. Можно? Хия! Опа! Вау! Девушка, а можно с вами познакомиться? Повтори, можно застегнуть. Да, покажи. И тут все вот так вот закрыть. Ух ты! Это шикарно. Очень хороша. Не хватает длины. Угу. И денег. Хорошо. Очень. Денег на эту куртку не хватает. Очень хорошо, да? Чай хотим. А что там сзади? Сзади очень свободно вверх. Прям. Ты как худышка какая-то. Простите. Все-таки 6 дней после 6 не ем. Это уже да. Это уже срок, Вер. Пока. Я так и знала, что очень красивый цвет, Вер. Я подобрала свитер, куда вот такой мне надо брать. Красиво? Очень вообще, прям огонь. Прям изюминка торчит. Примерочная занята, поэтому так смотрим.
Так я не поняла, ты мне советуешь или себе уже забрала? Она мне советует юбочку, говорит, вот такую хорошо. Я говорю, мне же нельзя пах показывать. Ни в коем случае. Она думает, что вот карандашик мне будет хорошо. Но там уже, извините, пах придется показать. Мне ребенок всю эту тележку шарфов выбрал, чтобы каждый день новенькие одевать. Вот она говорит, что я так затянусь и буду прям топ-моделью. Давай померяем. Хотя вот это такое... Ну, это тоже это мне точно. Только на одну ногу, Наташенька. Другую давай. Смотри, с моей сумочкой. А сумочка тебе подходит очень. Только я вижу, что она тебя на бок тянет. Так, вот такая фирма. Размер. Вот это возьму себе. Мне что-то она понравилась. Вот такую маечку нашла. Что-то она меня... Майка Поло, что-то она меня... Уговорила взять ее на ручки. Вот мне в последнее время нравятся вот такие вот именно разрезики с молнией. И костюмы спортивные, майки такие мне нравятся. Еще одну куртку нашла. Подойдем к зеркалу, посмотрим, как это выглядит. Моя барсетка. О. Мне вот даже твоя ушаночка очень нравится, Вер. Класс. Вера, посмотри на меня. Вообще классный кадр. Еще давай, смотри сюда. Даже Вера, ты можешь улыбнуться? Как красиво. Нет, сделай горлышко открыто еще. Он босиком отдал. Мне сейчас это будет это трэш-контент. Вот это я считаю просто бомба, огонь. Смотрите, у меня сегодня образ собрался хорошо, да? Сейчас рубашку примерим. Я сейчас вижу, очень много людей ходит в таких шапках. У меня даже Ляна хотела в Грузии купить такую черную, но она что-то сказала, ей не очень подходит. Еще до того, как ты мерила, прикинь. Ты такая красивая, Вер. Вау. Ты можешь сюда смотреть? Очень красиво, вау. Завязывать нет. Не надо? Нет, пожалуйста, не надо. Если ветер, надо застегнуть. Нет, прошу тебя. Все, я тебя не знаю, Вер, я ушла. Пока. Хорошо, да? Очень хорошая вот эта курточка. Я не знаю, как это вообще называется. Шапка, что это? Жилетка. Я не знаю, это не жилетка, это вот что-то. Это не рубашка, это какое-то полупальто, полукофта, полджемпер, полушто. Очень красиво. Берем? Да. Я не знаю, у тебя глаза такие теперь красивые. Вот в этой вот все леопардовом. Ты прям как это маленький тигренок. Смотри, до свидания, спасибо. Тигренок. Пока. Так, смотрим, сколько стоит крутая рубашка. 10 евро. Ну, мне она очень понравилась. Давайте посмотрим состав. Полиэстер и акрил. Вера, ты где? Я спряталась, завтра новая коллекция. Буду ждать. Давай, до связи. Только никому не говори. Там хорошо. Незаметно ведь, смотри. Немножко нога торчит. Вера, мы тебя нашли. Я себе план придумала, вот так спрячусь и завтра выйду. Да. Самая первая буду коллекцию смотреть, да? Да, давай, Вера, померь. Шикарное платье. Я думаю, это не платье, а как туника. Как туника, да. Давай. Ты думаешь? Угу. Давай. Вот смотри, как Вера выбирает одежду. Профессионально, смотри.
людям нравится, как эти вешалки шумят. Смотри, какое. Ёкала мне. Просто такой цвет настроения. Ух ты! Будешь всё обтягивать. Где Захар? Я вижу. Ух ты, ёхайды. Куда я пойду вверх? Программу. Сейчас мы тебе подберем что-то очень быстро, видишь, там. Угу. Вот смотри, что я нашла. Укороченную версию, да? Угу. Тоже как туника будет, да? Угу. Мне как платье до колена. А, да, может быть. Давай померь что-нибудь уже. Давай. Уже не могу выдержать. Все. Хочу уже твой образ какой-нибудь увидеть. Сегодня главный образ – это вот это. Леопард, да? Даже очень подходит вверх. Давай. Очень даже красиво. Ботик такой. Вау. О, это так меня видят в таком размере хейтеры. Сексик такой, да? Этого леопарда не буду мерить, что-то слишком просто. Вот, смотрите, когда подруга меня одела. Вот сказали, что вот это платье просто бомба. Оно стоило 200 паундов. Но оно очень узенькое. Я надеюсь, что на мою Наташу залезет. Я не хочу. Надо. Вер, посмотри, какое оно длинное. Ты пойдешь на бал, мы тебе высокие какой? Сапоги. Я тебя с собой возьму. У меня бархатное будет, а ты в этом... Мы пойдем с тобой летом на Йомас гулять. У меня бедра широкие. Наташа, мы летом пойдем с тобой на Йомас гулять. Все, пошли мерить. Сейчас я подруге нашла пару платьишек. Точнее, мы вместе нашли такое. Вот такое. Вот такое. Вот это бомбическое. Я думаю, что вот это ей должно быть хорошо. Шикарно. Давайте посмотрим. Уделим больше внимания, раз оно такое дорогое. Где там эти бирочки? Сейчас. Вот такое еще. Почти как у меня, только свободное. Шикарно. Тоже подожди. Мы еще дверь не закрыли. Она уже голая стоит. Вот прям на майку на все мерей. И такое розовенькое еще. Сегодня, конечно, народу просто. Просто. Даже кабинки редко когда можно достать пустую. Ну, я просто шикарная сегодня, да? Балдею от этого платья. Короче, я подруге ребра сломала, пока проверяли. Покажи, Наташ, передом хотя бы. Выйди, покажи. Это что у меня там торчит? Ничего не торчит. А тут что-то у меня еще тоже торчит. Нет, шикарно. Иди сюда, встань. У меня там что-то торчит. Не торчит, там спина просто голая. Ты видишь, у меня что-то торчит? Ну-ка, иди туда. Ой, Захар. Ну как? Я тебе ребра сломала. Они уже не будут болеть. Чуть-чуть поболела и все. Да, Наташа, что-то не то. Это не мой. Ну, вообще классное платье. Так вот, это платье стоило 200 евро. Ну-ка, вот так давай.
Ну как тебе такое? Мне комфортно. Комфортно? Как я выгляжу? Ну не знаю, это, конечно, не мой стиль. Я больше леопард предпочитаю. Или что-то совсем яркое. Если тебе нравится, Наташа, надо брать. Да? Ну, если тебе нравится. Так я не знаю, у меня нормально. Как видите, сегодня не мой день. Сегодня примеряет подруга. Пока я жду, я тут тоже чуть-чуть что-то накидываю. Все, уже полупустые стеллажи, смотрите. Устала ждать, устала. Хочется все примерить, а видите, не получается. Подмерзла маленько, видите, пришлось укутаться. Жду. Смотрите, сколько машин приехало. И все сюда, и все с мешками уходят. Никто не уходит с пустыми руками. Посижу. В ногах, правда, нет, говорят. Надо подождать подругу. Жду ее образ новый. Ну-ка. Не надо ее резать. Покажи. Мне вот такие нравятся. Свободные. Вот это можно даже на дискотеку идти. В 90-х. Наташа, там у нас очередь ждет. Слушай, а вот это тоже мне нравится. Это почти из того, что я купила, только хаки. И вот у меня тоже такой поясочек. Да, жду. Как тебе такое? Какой тебе больше нравится? Мне? Вот это с клеточкой. Да? Самая в обтяжку, которая? А тебе какой больше понравилось? Мне? То, которое малиновое, лиловое. Какое оно? Свободное. Какое? Шелковое? Шелковое. Это не шелковое, но оно, да. Давай, пока. Что осталось? Опа. Что, я шапку беру. Давай, очень классно. Мне очень нравится. Такие буду ходить. Красивые, я не могу так развивать. С этим платьем просто тигрица. Наташа, одолжи, пожалуйста, до зарплаты. Мне просто не хватает. Я тут себе вещей набрала. Одолжи мне еще 50 евро. Могу. Короче, я беру себе вот эту рубашку. Мне она понравилась очень. Рубашку, значит, беру. Беру платье, за которым я пришла. Вот за этим. Решила примерить, покажу вам, как выглядит платье.